Международный новогодний турнир по самбо состоялся в Артеме. Спортивный клуб «Мастер» собрал в физкультурном комплексе сотни спортсменов не только из Приморья. Очень сильные команды из города Хабаровск, это два клуба, из города Южно-Сахалинск. И для нас опять неизвестная команда – это сборная Кореи. В наших воспитанниках я не сомневаюсь, они очень подготовлены. Они претендуют на призовые места, но ковер, он круглый, никто не знает, что будет. Поэтому я желаю удачи нашему клубу и проявить все свое мастерство. Участники соревнований, мальчишки в возрасте от 5 до 12 лет, стойко боролись за победу. Два дня проходило отборочное групповое состязание и борьба в личном первенстве. В финал прошли 24 команды. Формат состязаний был обозначен как стенка на стенку. Это говорит о том, что каждый ребенок в копилку своей команды приносит баллы. По итогу выясняется, какой клуб стал сильнейшим. Мне нравятся броски с колен и подхват. Мы выиграли одну команду, потом проиграли одной. Илья вместе со своими друзьями приехал на соревнования из Южно-Сахалинска. Клуб «Дзюдокан», который тренирует там спортсменов вот уже 6 лет, отобрал 12 своих самых сильных борцов. На артемовской земле сахалинцы впервые. Соревнования, масштаб большой очень. Участников просто много. Столько не видели. Много, что мы отсюда переймем и увезем. Есть над чем работать, много над чем. Спортсмены южнокорейского спортивного клуба «Сильные друзья» тоже не ожидали встретить сильный отпор со стороны местных ребят-самбистов. Им пришлось изрядно попотеть, чтобы дойти до финала. Вчера наши дети проиграли со счетом 6-5, но они младше своих российских соперников. Поэтому мы все же довольны своим результатом и хотели бы победить. Новогодний турнир стал уже традицией и своего рода визитной карточкой спортивной сферы нашего города. Первое место по итогам турнира занял артемовский СК «Мастер». Среди победителей был распределен денежный призовой фонд.